Сотрудники МЧС спасли мужчину, который не смог самостоятельно вернуться из леса. Все случилось в Миассе. 63-летний мужчина вышел в лес на прогулку, поднялся на перевал и почувствовал себя плохо. Самостоятельно спуститься он не мог, поэтому обратился за помощью к спасателям. Спасотряд на снегоходах спустил местного жителя с горы и передал медикам. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.